лет, мы находимся в Казахстане. От Алматы 30 километров, родной город. Ну, первый, конечно, Кызылорда, а потом Алмата. Все нормально, приехали на новую базу, вот занимаемся здесь, сегодня провели. Ну, в прошлой неделе у нас была такая втягивающая тренировка, и, в принципе, пока там то, все, и мы не снимали. Ну, сегодня понедельник, съемки были, значит, скоро, значит, видео будет. Отлично. Первые ранения в толчке, в рыбке. Это значит, что подходим уже к довольно-таки серьезным результатам. 165 сегодня на два раза никак не получалось. Думаю, что ну, в любом случае вырвем. Потому что без нагрузок, без падения они хоть и не нужны, но они всегда будут. Сегодня даже 200 суперсет не получился. Видимо, не люблю отмазываться перелет, всякая ерунда. Просто не получилось. В следующей неделе будем работать над техникой, работать над результатами нормально. Вес отличный у меня. 102,5, конечно, 103,800. Всем пока. Смотрите мои тренировки, наслаждайтесь. Конечно, тренируйтесь, занимайтесь активным. Всех люблю. Давайте, пока. Ваш Илья Ильин. Thank you.
свои грамотные вот такие забыл бы.
Да! Паток. Thank you.
Что хочешь? Thank you.
светолку пойду. Ты что, не зажег? Ты что? Thank you.
Это который проиграл, да?
Всем доброго вечера. Вот закончилась очередная пятница у меня. Мой результат превосходит всех ожиданий на данном этапе подготовки. Я сегодня набрал сумму 400 килограммов. И это просто колоссально. Но результат парень поднял хороший, 165-215. Для него это просто колоссальная сумма. А мой результат составляет 175-225, либо 177-225. Честно говоря, превосход все мои ожидания. Я думаю, что такой добрый стимул для подготовки, для работы вам, ребят. Всего вам самого доброго. Просто работайте, наслаждайтесь тяжелой атлетикой, любите свое дело. А результаты, они придут, если вы любите свое дело. Мой самый главный секрет моей работы – это любовь. Я прихожу сюда, я просто радуюсь, наслаждаюсь. Я не хочу уходить из зала, потому что мне нравится находиться здесь и поднимать хорошие результаты. Всем успехов, добра, всего самого наилучшего. Завтра у меня день рождения, 24 мая. Присылайте поздравления, почитаю, мне будет очень приятно. Всего доброго, господа, до свидания. Thank you.
я тебя обниму. Дальше, дальше, дальше.
Дальше с левой стороны будет Роял Петров. Красава! Да, урны пусть забьют.